От удара вылетел на ограждение. ДТП произошло на улице Бабушкина. По версии аварийных комиссаров, водитель Toyota Prius ехал по главной дороге, а автолюбитель за рулем Honda Odyssey начал разворот. От сильного столкновения Prius врезался в ограждение. Обошлось без пострадавших. А это кадры аварии в микрорайоне Светлый. Honda поворачивала налево, не убедившись в зеркало, что обгоняет ее машина или нет, совершила столкновение с Nissan. Nissan от удара вылетел в кювет. Прямо люди в рубашке родились. В Заиграевском районе мужчина угнал машину. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию и рассказала, что супруг беспечно оставил ключи в замке зажигания автомобиля. Какую автомашину угнали? RAV4. Обстоятельства расскажите. Шел вечером по улице. Поздним вечером. Увидел, возле двора стоит машина открытая. Решил воспользоваться. Уехал в Забайкальский край. Поймать угонщика смогли только через несколько дней. Отметим, ранее преступник уже был неоднократно судим за аналогичное преступление. В минувшие выходные в районе хребта Хамар-Дабан спасатели учебной группы Центра подготовки нашли 57-летнего туриста с переломом голени и ребер. На помощь вылетели коллеги из Байкальского поисково-спасательного отряда, а для быстрой транспортировки привлекли авиацию МЧС. Мужчину передали скорой медицинской помощи в поселке Никола. И напоследок, в Бурятии начался сезон тополиного пуха. Причины, по которым возникают пожары и зацветения, очевидны. Это неосторожное обращение с огнем, поджог и детская шалость. Чтобы предотвратить беду, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Места скопления пуха нужно регулярно очищать. Пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха. Хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщайте по телефону 101. В прошлом году пожарные 15 раз выезжали на загорание тополиного пуха, но перехода на надворные постройки не допустили. Андрей Слепнев, Валерия Каратуева, Новости дня.